Приветствую вас. О, товарищ майор, здравия желаю. Настроение. Работы. Работы хватает. Много людей, кто хочет уволиться, никто не хочет заключать контракты опять. Вот. А нет таких, которые приезжают сюда, а потом говорят, нет, я все-таки остаюсь. Ну, пока вот мы еще по ним ничего особо толком не делали. Их вот после завтрашнего отпуска они уедут. А потом приедут, не знаю, там что-то пока никаких команд не было. Ну, особо, да, там уже есть такие, которые приходят, там мы все, мы увольняемся и все такое. Как дальше будет, не знаю. Посмотрим. Они, наверное, пока сразу, они не пишут разве увольнение, отпуск, следующий. Ну, пока нет, вот что-то отправляют их в срочном порядке в отпуск. Сейчас приедут, наверное, уже видно будет. Все, понял.